Добрый вечер, дорогие друзья. Вы представить себе не можете, как я волнуюсь. 20 лет назад нас колотило крупной дрожью. И мы не верили, что сейчас это произойдет. Оно произошло, и уж никто никогда не предполагал, что это окажется так серьезно, что это будет помниться 20 лет, и что будут люди, которые беззаветно, будучи беззаветно преданными Нордосту, являются его хранителями. Я хочу сказать, что эти ребята вошли в эту совершенно безумную затею за полгода до премьеры, поверив в то, что это должно получиться, побросав все свои важные работы. Нордост не предполагал какой-либо еще занятости, кроме Нордоста. Прошли огонь, воду, медные трубы, вышли на премьеру, сыграли ее, и потом сыграли в общей сложности более 400 спектаклей. Честно вам признаюсь, у меня это не укладывается в голове до сих пор. За несколько месяцев до премьеры, когда мы начинали репетиции, когда мы уже программировали звуковые пульты, готовили фонограммы, шум ветра, грохот прибоя и так далее, возникла такая тема. Должен был прозвучать в самом начале голос капитана Татарина. В абсолютно рабочем режиме я записал этот текст своим собственным голосом. И он стал использоваться сначала в репетициях, а потом этот самый дубль проник в спектакль. И более 400 раз прозвучал в мюзикле «Нордост». И тут хитрость-то в чем? Я-то его 400 раз не читал. Я-то прочитал его один раз чуть больше 20 лет назад. И вот сегодня, когда Лидия предложила мне прочитать этот текст, я сказал, что я, наверное, откажусь. И уже совсем было отказался, но тут произошло одно совершенно неожиданное событие, понимаете? К артистам подошла маленькая девочка, она передала им зелененький конверт. И сказала: вы знаете, я написала письмо капитана Татарина. Это произошло сегодня, вот сейчас. Это правда. Я не имею права его не прочитать. Что, мы можем начинать? Тогда представьте себе, гаснет свет, зрители стихают, звучит шум прибоя. Следовали нас. Самая первая из них — ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Так что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Молю тебя,
не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны именно ему. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии шлет ему проклятие. Не только я один. Весь экипаж Святой Марии. Землю, которую мы открыли к северу от Таймырского полуострова, я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте ты сможешь прочитать привет, который шлет тебе твой Монтигомо Ястребиный Коготь.